First of all, welcome back to Fight Island. What are your initial thoughts on Marcin as an opponent ahead of Saturday night? That's what I said before. Can you speak a little bit slowly? Sure. And I feel easy to understand. What do you make of, what is your assessment of Marcin as a fighter? Marcin is a good fighter. He is tough. He has a good fighter character. He go to the end of all the fight. He is good grappler. So I'm waiting from Marcin a good tough fight that will be really interesting to all fans tonight, this night. So I will really excited to fight with him. He told us that he was very impressed with your technical striking. How would you rate his striking ahead of your fight? Mm. His striking becomes better and better with every fight. I mark this, and when I look his fights, he trying to fight stand up in all of his last fights. That's why I'm feeling that he will try to take me down and wrestle with me, because I don't think he will trying to work with me stand up all of the fight. But we will see. Maybe into this camp, his striking became more better than before. It will be interesting fighting in stand up. Who knows? How would you rate his wrestling and his grappling? He have really special abilities in grappling and wrestling. He like to take a back and control opponent. He work good in some positions. And my my work in this fight will be don't give him this opportunity to take back, to take his better position, or if I give it to him, go out really quick from this. So I am learned him a lot, and I know what he's a good points in the grappling. So his grappling and wrestling is pretty good. Okay. Александр, приветствую. Приветствую. Вадим Тихомиров. Матч.ру. Чуть левее тебя, да. Вот вчера вышло твое интервью, где ты говорил, почему ты закрылся и не давал интервью после Гана, и говорил, что бесполезно что-то объяснять, люди все равно будут недовольны. Но вот тебе не кажется, что ты слишком фокусируешься там только на хейтерах, а есть ведь люди, кто за тебя, наоборот, искренне болели, и им, например, было бы интересно тебя услышать? Ну, в целом, люди, которые именно болели, они, наверное, меня услышали, потому что я все-таки веду свой Инстаграм в некоторой степени. Я давал интервью на некоторых и других, там, то есть я участвовал в подкастах и так далее. То есть, когда у меня появилось желание, и когда появились именно, скажем так, может быть, более интересные площадки для того, чтобы общаться, потому что я не хочу видеть наших журналистов, очень многие работают хорошо и популяризируют ММА, но зачастую вопросы повторяются, вот, и не хотелось бы дублировать одно и то же много-много раз, поэтому это просто выглядело бы как, не знаю, небольшое оправдание поединка или что-то такое, хотя, как я уже говорил до этого, я ни в коем случае не пытался оправдываться. И, конечно, благодаря тому, что я ощущаю, что все-таки есть интерес к моему прошлому поединку, именно для этого я все-таки об этом бою разговариваю с вами, рассказываю какие-то моменты, но, опять же, встречаюсь с некоторым непониманием других фанатов. И, кроме того, для этого я завел и свой YouTube-канал теперь, чтобы какие-то такие моменты освещать с точки зрения того, как я это вижу, чтобы, скажем так, по несколько раз не отвечать на одни и те же вопросы, именно так, скажем, под разными углами. В целом я, конечно, понимаю, что мы работаем в большей степени работаем в большей степени для болельщиков, которые нас поддерживают, и я как бы очень благодарен им за это. И стараюсь, конечно, с ними коммуницировать в той или иной степени, поэтому о них я тоже не забываю. 18 августа была пресс-конференция Хабиба, его спросили про тебя, и он, может быть, кому-то покажется, что жестко ответил, но он сказал, что Александр отличный боец, хороший человек, но он пока проигрывает топом. Но вот честно показалось, что это было сказано скорее наоборот, чтобы подстегнуть тебя, а не чтобы сказать что-то плохое. Слышал ли ты, в принципе, эти слова, и как ты их сам воспринял?
Да, я слышал, конечно, эти слова. Но я не воспринимаю это как что-то, что влияет конкретно на меня, потому что повлиять на себя могу только я. На свои выступления могут повлиять не слова кого-либо, даже если это Хабиб там, или кто-то еще из наших легендарных бойцов или тренеров. У меня всегда был свой путь, которому я следовал, всегда был свое видение боев, и это делает меня в некоторой степени отличным от других бойцов. Я иду своим путем, какой бы он был успешный, не успешный, но я не боюсь этого, и мне нравится идти так, как делать это так, как делаю это я. У Хабиба есть свое мнение, он имеет право на него, но я вправе как бы его оспорить своими действиями. Вот. А кто в будущем будет прав, мы увидим. Последний вопрос от меня. Перед твоими последними боями становится актуальным вопрос веса. Продолжаешь ли ты его там набирать или поддерживать, и сколько ты весишь прямо сейчас? Сейчас мой вес примерно 18 килограмм. Вот. В эту подготовку не получилось именно поддерживать его с точки зрения силы. Больше времени уходило на техническую работу именно в борьбе. То есть тут на силовую работу немножко меньше времени ушло, но при этом сила осталась на том же уровне, несмотря на то, что вес немножко упал, то есть силовые показатели остались на том же уровне. Можете благодаря тому, что много боролся, это тоже увеличивает в некоторой степени силу. Но сейчас не могу сказать, что я прям концентрируюсь на весе. Сейчас мне веса хватает и больше концентрируюсь на тех навыках, которые мне помогут непосредственно в поединке. Но просто мы знаем, что на самом деле в предыдущих боях часто мне не хватало именно физической силы, это не то что вес, а физической силы. Вот над этим мы работали несколько лет, чтобы этот как бы, пункт чуть улучшить. Вот, поэтому сейчас, в принципе, ее достаточно, и возвращаемся опять к технической работе. Спасибо, удачи тебе. Спасибо. Саш, приветствую. Ты на подкасте Hustle MMA, когда рассуждали о поражениях Федора Емельяненко, во-первых, ты, так скажем, отмечал важность влияния каких-то посторонних факторов на бойца. Вот ты недавно стал отцом во второй раз, соответственно, у тебя была супруга в положении. Насколько это был серьезный отвлекающий фактор для себя вот в этой подготовке? Это был серьезный фактор, безусловно, и, конечно, этот фактор был волнительный, но, к счастью, мы до того, как согласиться на бой, я с супругой этот фактор, ну, как бы этот вопрос обсудил, то, что драться мне или не драться, она меня поддержала, и мы понимали, что это хорошая возможность подраться в Абу-Даби, потому что сейчас мы знаем, что происходит в США там, с вакцинацией и прочим, то есть с визами непонятно. Через какое время я еще подерусь в Штатах, поэтому это хорошая возможность. Естественно, я понимал, что примерно в это время родится ребенок. Но, к счастью, все прошло более, как бы, хорошо. Вот сейчас, наоборот, может быть, груз ответственности немножко спал, потому что ребенок родился. И сейчас я, наоборот, на таком моральном, психологическом подъеме. И думаю, что меня это вдохновит намного больше, чем какие-либо моменты, которые мне немножко мешали. Но в целом, спасибо моей супруге, она прям все это, весь этот лагерь прошла очень хорошо, практически, ну, как бы не отвлекала меня, наоборот, даже помогала во многом. Все было отлично. Часто ли ты за вот последнее время, перед этим боем, в частности, пересматривал бой с Сирилом Ганом, учитывая, что он такой был долгий достаточно? Нет, я пересмотрел его непосредственно вот после боя, там в течение недели несколько раз, и к этому больше не возвращался. То есть я для себя на какие-то вопросы я для себя ответил. И я оставил это в прошлом. При этом оставил в будущем некоторую работу над ошибками, ну и понимание того, что нужно будет делать, если мы еще раз не встретимся. Спасибо, Саша. Удачи. Спасибо большое.